Ребята, прямо сейчас Star Pets в честь Хэллоуина проводит множество крутых конкурсов на очень крутых и дорогих пэтов в своих социальных сетях. Telegram, ВК, Discord, Instagram. Участвовать можно везде и сразу, отчего шансы на победу увеличатся многократно. Все конкурсы продлятся до 31 октября, поэтому приходите в социальные сети Star Pets как можно скорее по моей ссылке в закрепленном комментарии. Участвуйте и выигрывайте крутые призы в конкурсах от лучшего маркетплейса по Роблоксу Star Pets. И всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Влад, и в сегодняшнем видеоролике у нас вышло новенькое обновление в Sonic Speed Simulator. Как я и говорил, ребята, в моем предыдущем видеоролике, мы сможем заполучить вот такого вот Sonic оборотня, либо же просто оборотня, честно, я не знаю, как он называется, ребята, ну, вот как он у нас выглядит. Это у нас, ребята, верхог. И чтобы тебе получить этого верхога, я тебе сейчас расскажу в этом видеоролике, что нужно сделать. Но перед началом этого видеоролика, если хочешь свой аккаунт получить 1000 робоксов, то ты должен прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с своим ником в Дискорде, и все итоги будут на 500 лайков. Поэтому прямо сейчас ставь свой лайкусик, подписывайся на мой канал, участвуй в конкурсе, но мы начинаем. Ну что, ребята, сразу хочу сказать, что видео по Pet Simulator X сегодня у нас тоже выйдет, вот буквально днем, либо же немножко вечером, но Pet Simulator обязательно выйдет, я, ребята, про него все помню. Ну что же, ребята, давайте мы с вами сделаем маленький обзор на обновление, первым делом зайдем в ежедневно, и здесь у нас ничего нету. Хорошо, давайте посмотрим у нас в хэллоуинском магазине, и здесь у нас продается какой-то хэллоуинский торнадо, ребята. Что за хэллоуинский торнадо? Почему нету картинки? Это довольно-таки странно, но ладно. Возможно, потом появится, ребята, картинка на самом релизе, потому что это еще не релиз, ребята. Обновление выходит через 2 часа, а это только, ребята, тестовый сервер. Поэтому как-то так, ребят. Так, что за хэллоуинская торнадо? Мне вот это интересно. Ладно, на релизе посмотрим, что за хэллоуинская торнадо. И давайте посмотрим у нас самого верхога, ребята. Вот как он круто выглядит. Блин, хотелось бы, конечно, его получить. А сколько, кстати, он стоит робоксов разблокировать? 1000 робоксов? Ну, немножко много, ребята, немножко много, да. Хорошо. Собрать 35 тысяч солнечных медалей, 500... темных, ребята, летучих мышей и 5000, ребята, каких-то тоже медалей. Хорошо, и где нам их все собирать? Наверное, в Pumpkin Hill. Давайте мы сюда телепортируемся и попробуем это все пособирать. И попробуем пройти этот ивент. Да, конечно, ивент мы сейчас точно не пройдем, потому что мне нужны специальные питомцы для прохождения ивента, а специальных питомцев у меня, на жаль, нету. Что это у нас здесь такое? Так, золотые какие-то штучки у нас, это все неинтересно. Так, магазин Хэллоуина. Может, здесь у нас хэллоуинская торнадо есть? Нет, оно, ребята, у нас не грузит. Окей, погнали туда, пробежимся, ребята, пособираем всякие штучки. Так, что это у нас здесь такое находится? Здесь у нас находятся, ребята, какие-то трейлы, какие-то чао. Окей, это нам не интересно. Давайте побежимся здесь, посмотрим, что у нас здесь все находится. А где вообще фармить вот эти все штуки? Где фармить нам все вот эти монетки, вот эти все... Так, здесь у нас обычные кристаллы, но обычные кристаллы... А, вот солнечные монеты, ребята, фармим. А вот, ребята, и мыши. Отлично, и нам нужно их аж 500 штук. Они зареспавнятся обратно или нет? Ну вот, ребят, как, собственно, выглядят все мыши и все, ребята, солнечные монеты. Вот видите? Нам хотелось бы еще найти другие монеты, ребята. Где же они находятся? Там 5000 штук их нужно собрать. Но где они находятся, сейчас нужно нам, ребята, поискать. Так. Хотя бы одну монетку, ребята, найти. Там где 5000 нужно. Или оно не так фармится, я пока что-то не понял. Так, ну вообще, солнечные монеты, сколько мы их уже, кстати, штук собрали, а? Сколько у нас уже там? Так, ну вот этих только 14, понимаю. Мне еще очень много их придется собирать. А здесь у нас, ребята, почему я эти монетки найти не могу? Как-то это странно все работает. И, кстати, у нас уже это, походу, последнее обновление, ребята, хэллоуинское. Да, это обновление у нас больше всего, что будет последнее хэллоуинское обновление в Sonic Speed Simulator. Потому что у нас уже Хэллоуин вот буквально послезавтра заканчивается. Грустно, печально, но такое оно, ребятки, и есть у нас, да. Ну что же, ребята, вот такое, в принципе, обновление. Мы сможем получить вот такого верхога, если будем просто бегать и собирать здесь, ребята, всякие штучки. Вот такое вот обновление у нас в Sonic Speed Simulator. Ставь лайк, подписывайся на канал, с тобой был я, Влад. Я желаю тебе хорошего настроения, удачки, пока!